зовут Васильев Андрей, я из города Ижевск, и я представляю компанию «Ломбард Сантус». Это компания, которая занимается ломбардным бизнесом. Но вообще я считал, что у меня уже была внедренная полностью админ-технология в моей компании. И меня на проект подкупили тем, что даже при внедренной технологии я работал 5 дней в неделю, работал полные рабочие дни. И когда мне сказали, что когда я закончу этот проект, школу владельца бизнеса, то у меня появится свободное время. И я вот за свое свободное время пришел. И когда я закончил проект, это действительно появилось так. То, что я сейчас работаю всего 2 дня в неделю, я прихожу на 2-3 часа, я справляюсь со всей работой, и компании работают без меня. Но до этого много семинаров посещал, до этого посещал других консультантов. Но, в принципе, они дают что-то, но вот так досконально, вот так, так скажем, разобрать по винтикам, потом собрать, чтобы это все работало, тут, кроме этого проекта я не видел, я этого не встречал. Ну, во-первых, когда я пришел на проект, у меня было 2 компании, 2 вида бизнеса, 2 компании. Сейчас у меня уже 5 компаний, 5 видов бизнеса. Сотрудников у меня выросло, наверное, в 2 раза, это точно, в 2 раза. По доходности, ну, скорее всего, процентов на 60-70 я вырос в общем объеме. Посоветовал бы владельцам, тем, кто хочет сделать так, чтобы компания работала самостоятельно, не отвлекала его внимание, не забирала его время, которого действительно у нас мало, чтобы мы это время могли тратить на себя, на свою семью, и при этом, чтобы компании, они шли вперед, они не стояли на месте.